Количество выпавших осадков в декабре бьет рекорды, а значит, и в уборке территории от снега необходимо преуспеть. Городские службы продолжают функционировать в усиленном режиме. Учитывая все сложности, к задаче подходят последовательно и оперативно. Обращения жителей, конечно, в приоритете. Работы у нас согласованы с главным управлением содержания территории. Также мы графики составляем на каждый день, согласовываем с ними, согласовываем с подрядчиками, с жителями. Дворы выбираем по количеству обращений от жителей, согласовываем также с жителями по возможности, чтобы убирали автомобили, чтобы доступ был к технике. Активная работа ведется во всем Красногорске. Многие адреса по улицам Велора Трифонова, Светлы, Геологов, Благовещенской, Дежнева, Школьной, Кирова, Лесной и Карбышева уже очищены. Основная задача – освободить от снега и наледи проезды, тротуары и парковочные места. Убрать снег важно, но не менее актуальная задача – вывести его. На это выделяется до 48 часов. Завершить работы и привести в порядок все дворовые территории города планируется до конца недели.